Девять семей намерены обратиться в прокуратуру из-за состояния детского лагеря в Сухобуземском районе. В редакцию новостей 7 канала обратились родители учеников спортивной школы. Дети должны были заехать на смену в летний лагерь «Сосновый Бор». Предварительно родители посетили учреждение и возмутились увиденному. На спальных местах старые прохудившиеся матрасы, плесень и странные разводы. На мебели испорченная обивка, а также высоковольтный щит, легко доступный посторонним и детям. Кроме того, по словам родителей, на территории есть множество опасных для детей труб, торчащих из-под земли. Во-первых, они пустые внутри. 21 день спать в этих матрасах весьма очень сложно. Даже сутки не проспишь нормальному человеку, а тем более ребенку. Тут еще плесень была, пятна какие-то, разводы. После этого ребенок ни в какой лагерь не захочет. Девять семей, помимо прокуратуры, собираются обратиться и к уполномоченному по правам ребенка. Руководство лагеря заявило, что первый заезд планируется только 10 числа, и подготовка еще не закончена. А если у родителей детей появятся претензии по поводу состояния спальных мест, то их всегда можно высказать, и матрас тут же заменят. Да, некоторые матрасы, они немного визуально отличаются друг от друга в связи с тем, что есть немного матрасы поновее, есть матрасы, которые еще остались с прошлого сезона. Они проходят обязательные процедуры, там обжарка, есть такая процедура, то есть она исключает все возможные там нарушения санитарные там и прочее. Вот, то есть матрасы, они экологически приемлемы становятся. Просто при этой процедуре они немного теряют вид из-за того, что эта прожарка проходит при очень высокой температуре.